Kawasaki Z750, 2010 год, с пробегом 9500 километров. Ключ зажигания в одном экземпляре. Установлены слайдера с двух сторон. Очень красивый Naked Street, кому как удобней называть его. Резина. Сейчас год глянем. Резина 2020 года. Но по состоянию мягкая, с пупырышками еще. Отлично все. Мотоцикл очень удобный, радиус разворота маленький, маневренность отличная за счет вилки перевертыша. Сзади также резина у нас в прекрасном состоянии, мягенькая, тормозные диски, колодки, остаток вообще отлично, цепь звезда отлично. Версия это у нас без АБС, обычная тормозная система классического типа. Сиденье перфорированное, кстати, и нескользящее. Прям классное. Такой белый перламутровый цвет. Не просто белый, прям белый перламутр. Все исправно работает, технический мотоцикл в прекрасном состоянии. Поменять масло и сели, поехали.